Тёма от создателей Вадик и Тёма. Я могу летать. А, походу, ракета сломалась. Ну и ладно, отнесу её в мастерскую. Эй, сосед, чё тебе надо? Как ты кто? Карл? Ну да, меня зовут Карл, а полное имя Карл Андерсон. Стоп, откуда ты знаешь моё имя? Ну мне Фрэнк рассказал, что ты... Это ты вот, вот заклятый враг его, это ты реально, ты его враг, нет, я теперь с ним дружу, почему это? Так он сказал, что он твой, что он, ты же с ним дружишь, что ли? Ну да, потому что я до этого был бандитом, а потом меня уволили, в смысле, ну ты знаешь короля, этого вот Филиппа, который дает нам заниматься бандитами, ну красть его там и тому подобное. Ну мы начали лениться, и он сказал, что мы все уволены, и он нас уволил, и мы разъехались по домам. Вот такая история вышла. А, понятно, теперь ты дружишь с Фрэнком? Конечно, я ему сказал, что я с ним дружу. Ха-ха. А где ты взял эту ракету? Купил за $200. Да, ты шутишь? Не шучу. А я что, на вруда похож? Да, на глазу причем. Ты кого на глазом назвал? Ну, у тебя один глаз, это потому что я циклоп. Все, я пошел сводить. Ну и как эта штука заводится? О, тихо. Ого. Вот это я понимаю. Я вижу отсюда свой дом. Я лечу прямо над дорогой. Направление Лоце-Сити. Мастерская Фрэнка. Слушай, Фрэнк, у тебя такая крутая мастерская. Ну да, ко мне должен прийти сегодня Карл, только почему-то он сегодня опаздывает. Сказал, что будет через 5 минут. Meanwhile. Я лечу прямо над городом, в Лоце-Сити. Круто! Да ё-моё, где моя ракета? Ого, это ж моя ракета, чё-то она какая-то... А чё дом горит? Ай, пойду в мастерскую.